Совет Повелителей Ужаса. Тем временем в цитадели Повелителей Ужаса посреди преисподней. Что, Дикондрус? Все идет как задумано? Лорд Архимонд требует отчета. Молодой рыцарь хорошо послужил нам. Даже слишком хорошо. Не удивлюсь, если у Нерзула имеются на него особые планы. Этот человечишка так же недолговечен, как и прочие смертные. А Нерзул не посмеет вмешиваться в наши дела. Плеть должна выполнить свое предназначение. Если мы утратим контроль над ситуацией, Архимонд оторвет нам головы. Поверь, брат, ни король мертвых, ни его прислужники не помешают пришествию легиона. Проследи за этим. Лорд Архимонд не прощает ошибок. Глава 3. Королевство эльфов. 6 дней спустя на границе Кельталаса. Прекрасный вечный Кельталас. В последний раз я был здесь еще мальчишкой. Будь осторожен. Скорее всего, эльфы уже ждут тебя в засаде. Эти тщедушные создания нам не помеха. Их трупы только пополнят ряды нашей армии. Не будь слишком самонадеянным, рыцарь. Эльфов нельзя недооценивать. Поживем, увидим. Приведите пленного. Как попасть в твои земли, эльф? Для тебя, падший принц, наши земли закрыты. Непроходимые леса стерегут их границы, но главной преградой у тебя на пути станут эльфийские врата. Твои драгоценные врата задержат меня не дольше, чем какие-то деревья. Пригоните труповозки! Мы сами проложим путь. Этого места велика. Убей эльфов. Сравняй их дома с землей. Разбей здесь собственный лагерь. Тебе не найти лучшего места. С удовольствием. Враг приближается. Предупредите стражу. Что ж, так и сделаем, друзья. Попробуем их догнать, дабы они не предупредили стражу. Ну, типа мы успели. На самом деле нет. Ладно, здесь ребята совсем хорошо справились. Мне нравится, что ребята могут оживлять мертвых. Наверное, мертвые ждут. Сделаем это на автомате. Ну что еще? Мертвые служат тебе. Жду приказа. Вам здесь нечего делать. Я Сильвана. Советую вам повернуть назад. Это тебе надо повернуть назад, Сильвана. Перед тобой сама смерть. Делай, что хочешь. Эльфийские врата, ведущие в наше королевство, надежно защищены. Тебе не пройти. Интересно. Ах ты гадина. Такова воля тебя. Ну что еще? Ты слышишь, что? Офигел, что ли, совсем? Склоняюсь, ваша воля исполнится. Мертвые служат тебе. Никто не смеет. Мертвые мне служат, ты поняла, да? Полегче. Это не то, что тебе. Тебе только живые служат. Ну что еще? Не мертвые. Мертвые ты круче. Ок, че кого, да? Так, ну я думаю, что есть смысл построить где-нибудь здесь. Свершится предначертанное. Здесь у нас лесок, 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 лесок. Здесь у нас тоже лесок. Где у нас больше всего леса?
В принципе, нигде ваша у нас леса нет, я понял. Постройка завершена. Ладно, давайте как-нибудь тогда в Пиндюре. А, ну кладбище-то мы можем строить только на обкаканных местах. Ну да, кладбище будет здесь. Ладно, здесь леса больше всего, плюс-минус. Так. Говори, глупец. Что у меня по армии? Воля тени. Ну что еще? Некроманты есть, немножко этих. Фростморн жаждет крови. Фростморн крови, как всегда, жаждет. Мы сейчас будем все это дело захватывать. Где у нас вы? Чего давайте добывайте с рудника все пока жизнь что. В принципе, тоже. Говори, глупец. О, прогуляемся пока вот сюда. Смотрим, что здесь есть. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Скорее всего, на меня кто-нибудь Фростморн будет нападать. Жаждет крови. Вызывайте вурдалак или трупов уничтожения деревьев и кельта. За ними могут скрываться потенциальные... потаенные поселения эльфов. Я наконец-то понял. Сейчас мы тогда этим и займемся. Ну, скорее всего, мне потребуется... вот так вот сделать. Они пока идут. Надеюсь, меня там никто не убьет. Я жажду так, служить. Ты попутно строй нам... здание можно сотворить только на проклятой земле. Ну, здесь проклятая земля, так нет? Здание можно сотворить только... Чё, прикалываешься? Ваша воля исполнится. Завершена. Здание можно сотворить только мужик, на проклятой земле. Постройка да, завершена. Повелитель. Я тебя разочарую, но там проклятая земля. Здание можно сотворить только ты на проклятой... ты чё, прикалываешься? Исполню. Он чё, прикалывается надо мной? Так, вот здесь мы открыли проход. Давайте еще вот так вот, наверное, попробуем поделать. Полегче. Убираем наших ребят. Фростморн жаждет крови. Никто не здесь смеет мне приказывать. Сюда. Смотрим, что здесь вообще вот есть. Так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Где же эти скрытые поселения эльфов? Наконец-то. А, вот они. О, больно. Больно. Стройка завершена. Во славу плети. Стройка завершена. Наконец-то. Хитрожопые это, конечно. Так, я понял, но с эльфами надо поаккуратнее быть. Ясно, понятно. Давайте вот так вот сделаем. Жизнь. А почему ты не хочешь мне здесь? Здание можно сотворить только на... Драгуша, здесь слизь. Земле. Типа здесь можно сотворять. Да ты не хочешь, ладно, я тебя услышу. Так, нам нужно скоро будет много-много дерева. Добывать его пока неким. Ладно, отходим, мы еще разберемся с этими ну ребятами. Еще? Постройка завершена. Нужно взять вурдалаков, отвезти их, добывать дерево. Понял, одно из поселений вот здесь. Здесь же может возрождаться герой или это портал, кто его знает. Что у нас по заданиям? Чтобы попасть в Сильверград, вы должны сокрушить магические врата, охраняемые лучшими эльфийскими воинами. О-ха-ха-ха. Вот здесь они находятся, по всей видимости. Вот здесь вот что-то тоже есть. И вот здесь вот, видимо, тоже что-то есть. Вот, значит, вот тут, в этих местах есть эльфы. Хитрожопые эльфы. Никто не смеет мне приказывать тебе. Ладно, с этим мы разберемся. Так, а сзади там ну что еще? Ничего нету, да? Вот просто хочу лучше посмотреть. Это какое-то подозрительное место, честно говоря. Постройка завершена. Во славу плети. Исследование завершено. Вот так-то лучше. Здесь просто были проведены какие-то магические ритуалы. Хо-хо-хо. Наконец-то. Во славу тьмы. Где прольется моя кровь? Так, ну в принципе, изучить каннибализм, естественно. Я им особо не пользуюсь, но... почему нет? Говори, глупец. Давайте. Жду мне главное это убрать.
полегче. Пусть со всеми ними сражается Артас. Твоя душа принадлежит мне. Мертвые служат тебе. Почему он уже из его трупа никого не поднял? Никто. Почему не там смеет еще нет мне трупа, приказывать. Кстати? О, вот теперь нормально. Во славу плети. Бегите, ребят. Ну что еще? Завершение. И вы бегите туда же. Просто так. Побейте там все. Ладно, развиваемся с чертоги. Говори, глупец. Исследование завершено. Развилось, нам нужно больше зиккуратов, я понял. Жизнь за нерзума. Зиккуратов я как раз не смог построить по той причине, что знания можно сотворить только на проклятых землях. Исполню с радостью. Так, сюда определенно нужно с катапультами, потому что так здесь не пробиться вообще ни разу. Это волшебница, плюс здесь в принципе много народу. Не очень ок. Ладно, пока будем прикрываться от них. Полегче. Мертвые служат тебе. Не служат мертвые, это главное. Так, ну с деревом у меня вроде проблем пока нету. Кладбище все развило, все что могло. Что еще? Где прольется моя кровь? Мы можем сейчас построить храм проклятых. Храм проклятых позволяет нанимать магов, фармить тьмы. Для этого нам нужен алтарь. Да, строим вот повелитель. Здесь. Сзади на нас точно никто нападать, по идее, не будет. Постройка завершена. Спереди, что? Постройка завершена. Как-нибудь дозащитимся. Мне нравится то, что у чего нежити здания строятся сами собой. Очень удобно. Исполню с радостью. Я думаю, еще вот здесь укрепим. Повелитель. В принципе, все, иди добывай золото. Ты мне пока что не нужен. Хотя, построй мне, пожалуйста, еще один склеп. Он будет... Допустим, будет здесь, в принципе. С радостью. Постройка завершена. Все, да, постройка завершена. Так. Жизнь за Нерзула. Прям проклятых. Ага. И бойня. Мясников, троповозки. Также нам позволяет изобретать способность ядовитое облако. О, отличная штука. Постройка завершена. Мы ее, наверное, вот тут. Здание можно сотворить только на проклятой земле. Но там не проклятая разве? Постройка завершена. Здание можно сотворить только на проклятой земле. Ладно. Я промолчу. Ваша воля исполнится. Здесь вот эту штуку впилим. Исполню. Ну, плюс-минус, они там между зданиями же ходят. Ваша воля исполнится. Всё, никто не смеет мне приказывать. Так, сейчас мы немножечко юнитов поклепаем. Постройка завершена. Ну что еще? Примерно 5 нам нужно. Полегче. Будет нормально. Вы сразу на двоечку пойдете. Ну что еще? Сейчас на нас откуда-нибудь нападут, и мы попробуем. Вот так вот сделаем. Все, здесь все производится. Здесь тоже. Блин, ну вот как, конечно, вот эту сторону защитить, я вообще не понимаю. Хотя чисто в теории оттуда будет тоже перейти юниты. Полегче! Да иду. Так, а у нас тогда получается некому будет деревья добывать. Постройка завершена. Да? Угу. Понял, принял. Мертвые. Никто не смеет мне приказывать. Тогда вот так. Нужно больше золота. Говори, постройка глупец. Завершена. Так, ладно. Пусть у нас они деревья добывают. Из них, наверное, двоих можно, я думаю, забрать. Фростморн жаждет крови. Вот так вот, там они вчетвером справятся, в принципе. Давайте смотрим. Ну что еще? Появились ли новые? Говори, глупец. Еще два надо. Раз. Никто не смеет мне приказывать. Все, шикос.
Вот мы сейчас как раз от нее отбиваемся. Идем на наступление. Во славу плети! Вот так-то лучше. Не очень хорошо получилось, но ладно. Полегче. Ну что еще? Говори, глупец. Встаем вот здесь. Эти тоже ставим. Полегче. Точнее, давайте даже вот здесь встанем. Ребята разобьют вот эти два дерева. Ну что еще? Вы вообще атакуете, вам пофиг. Говори, глупец. Разбивайте деревья. Дабы у нас катапульты нормально прошли. Она тоже упадет. В принципе, можем. Никто не смеет мне приказывать. Наконец-то! Фростморн жаждет крови. Все, мы теперь нападаем. Все, шикос. Во славу плети! Больше здесь проблем особых нету. Нападаем на вот эту гадость. Говори, глупец. Подходим. Наконец-то! Наши. Вот так-то лучше. Не до вурдалайки. Фростморн жаждет крови. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Ты узнаешь, отлично, что такое бой. Все, добиваем, добираем всех остальных. Обязательно вот эту хрень уничтожаем, потому что здесь будет маги. Наконец-то! Они будут стараться наших убивать. Так, здесь убийство дружественного воина нежности, переносимый запас здоровья лицо смерти, отлично. В принципе, можно сделать и так. Здание нам особо не важно. Не надейся на быструю смерть. Что же геройскую вот эту фигню. Никто не смеет мне приказывать. Во славу плети. Убрать отсюда ребят. Фростморн не давать им добывать золото. Крови. Во славу плети. Вот так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Ну, в принципе, все остальное они там, я думаю, дочистят уже. Фростморн жаждет крови. Говори, глупец. Чего? Ты узнаешь, что такое боль. Никто не смеет мне приказывать. Мы можем спокойно занять. Во славу плети. А второй рудник. При желании. Фростморн жаждет крови. Какова воля тени? В принципе, все. Ладно, смотрим, что у нас здесь. Так, срок существования скелетов, призванных некромантов, продлевается на 15 секунд. Отлично. У всех некромантов отлично. Вурдалаки. Давайте-ка вы сюда. Нужно больше золота. Золота недостаточно, замечательно. Нужно больше золота. Хотя бы одного еще некроманта я думаю призвать. Все, в принципе, выйди, да? Первый мы зачистили. Ну что еще? Давайте посмотрим, что вот сверху. Так-то лучше. Фростморн жаждет крови. Смотрим, что вот здесь вот. Наконец-то. Проходим туда. Там эльфы. Оки-доки. Убиваем нафиг эльфов. Во славу плети. Идем дальше. Здесь тоже что-то есть. Оки-доки. Значит, отходим. Наконец-то. Оу, быстро отзываем. Исследование завершено. Вот терять вот эти войска, конечно. Ну что еще? Вот так-то лучше. Так.
На нас напали. Прислужники могут чинить, это, конечно, круто, но... Говори, глупец. Во славу плети. А вот из-за чего они их уничтожили, я понял. На нас напали. Ладно. Да иду. Полегче. Угу. В принципе. Фростморн, стоим здесь пока трое. Что. Смотрим, что они здесь уничтожили. Говори, окей. Идем вот сюда. Полегче. Так, здесь же у нас вроде все плюс-минус нормально. Нам нужно еще 1-2 перевозки. Я думаю, по-хорошему. А для этого нам нужно построить пару зиккуратов. Склоняюсь перед вашей волей. Конечно же, их строить да будем вот здесь. Свет завершено. Нельзя сотворить здесь. Здание можно нельзя сотворить. Ваша воля исполнится. Нельзя здание можно сотворить. Нельзя сотворить здесь. Ну, я на проклятой земле пытаюсь строить, но видите, нельзя. Нельзя строить. Исполню с радостью. Ну, нельзя так нельзя. Да свершится предначерт. Нужно построить зиккурат. Сейчас два построятся. Так. Первым отрядом ну, мы быстренько еще? Движемся вот сюда, смотрим, что наконец-то. Здесь. Наконец-то! Вот так-то лучше! А здесь у нас... Лорд Артес, обитатели этих лесов поднялись против нас. Во славу плети! Фростморн жаждет крови! Постройка завершена! Угу. Постройка наконец-то. Завершена! Фростморн жаждет крови! Маны у него стало в разы побольше, так что все круто. А, так, была избрана Тикондрусом постройка для хранения завершена. Станков ЛПЗ. Окей. Вот так-то так, лучше. Мы, наверное, выложим. Фростморн жаждет фигню. Крови. Я не могу взять это. Возьмем. Никто не смеет мне приказывать. Вот это мы во выложим, я его плети. Еще раз поговорю. Вот это возьмем. Ну что еще? Все, отлично. Так, похилять наконец-то. Тебя, наверное. В принципе, норм. Фростморн жаждет крови. Осматривает дальше земли. Так, здесь определенно ни черта во нету. Плети. Сюда можно реально впендюрить второй. Дом наш. Так. Чем мы, наверное, и займемся, кстати говоря. Говори, глупец. Полегче. Будет наша вторая никто защита. Не смеет мне приказывать. Прогуляемся вниз. Полегче. Фростморн жаждет крови. Смотрим, откуда на нас вообще прут. Все эти дорогие они ребята. Ждут. Вот так-то лучше. Наконец-то. О, големы, которые, опять же, не восприимчивы никто к магии. Никто не смеет мне приказывать. Надо будет как-то их тоже поубивать. Здесь вот эти големы не очень сильные. Вот так-то лучше. Дали нам целебное зелье. Ну что еще? Нафиг не нужно, по сути. Во славу плети. Вот так-то лучше. Так, у нас здесь. Я жажду служить. Отлично. Ваша давай, воля так. Исполнится. Нужно больше золота. Больше золота. Да я понял, блин, а что поделать-то? Кого-то из вот этих ребят нужно убить, наверное. Давайте попробуем это сделать вот здесь. Троечку и запишем. Подгоним сюда и... Сейчас еще одну. Жду приказаний. Большую машину возьмем. Здесь расчистим все. Пробуем говори, туда пройти. Глупец. Ладно. Наконец-то. На нас напали. Так, опять на нас напали, опять нам уничтожают все наши юниты. Наконец-то. Не успею их, к сожалению, спасти, потому что там герой у них. Ну что еще? Вот так-то лучше. Фростморн размен такой в мою немножко пользу прошел. Героя мы все равно, скорее всего, завалим. Вот так-то без вариантов, как бы.
Наконец-то! Было больше дальнобойных героев, был бы вообще шикос. А так... Почему мои? Окей. Почему вообще пошли через жопу, друзья мои? А, потому что вам мешают они, да? Я понял, Амана. Так, а второй где? Ага, вот все, отлично. Так, и берем сюда. Разрушаем к хренам эту фигню. Угу. Угу. Чего? Постройка завершена. Говори, глупец. Мы почти доехали, но правда уже относительно бесполезно, но все же. Наш золотой рудник скоро иссякнет. Да и хрен с ним, с этим золотым рудником, честно говоря. Давайте вот здесь вот тоже сделаем прорубку, так сказать. Немножко деревьев. Все, отлично. И направляем, смотрим, что там вообще есть. Заодно улучшим добычу до 30%, а не до 60%, как у нас сейчас. Угу. Нежить наступает. Найдите Сильвану. Угу. Ну, 30% отлично. Угу. Шикозненько. Попутно уничтожим здесь все сверху. Склоняюсь перед. Ты все построил, волей. Отлично. Давай рудник и давай сюда. Раз, два, три, четыре. Чего желает мой повелитель? Все, расход армии опять восстановился. Угу. Не очень хорошо, но что поделать. На нас напали. Опять же, повторюсь, все это шло на убой, то есть, ну, даже если бы их убили, я не сильно печалился, потому что мне нужно как раз таки тридцаточка. И вот сюда вот нападать нельзя, я понял. Вот сюда как раз мы пойдем сейчас нападать вот так. Чего? Они все равно его убьют, я понял. Да иду. Их же их хилят, но я не думаю, что мне будет много живых. Все, я на это дело идет на убой. Здесь максимально быстро разрушим башню. Золотой рудник обрушился. Чего? Мертвые служат. Отсюда тебе. Мы присылаем им на помощь сюда всех. Постройка завершена. Чего? В принципе, ребята плюс-минус справляются. Да иду. Халявная атака. Ну блин, его что-то убило. Что его убило, непонятно. Ладно, надо уничтожать вот это задание в срочном порядке. Чего? Угу. Какова воля тени? Троечка, он записанная, ребята. На нас напали. Будут служить мне. Трепещите, враги пледи. Не думаю, что кто-то выживет. Интересно. О, под башню не попадать. Умри. Башенку разрушаем. Катапультами. Здесь никто же не смеет мне приказывать. Плюс-минус во у нас тоже плети. Более-менее все нормально идет. Они наконец-то справляются. Арта скачается. Ну, цель как-то еще достигается. На нас напали.
поздно. Где прольется моя кровь? Так, давайте поставим, наверное, какие защитные сооружения здесь, дабы... Да, повелитель. Можно было, если что, прикрыться. Мертвые ждут. Здесь, в крайнем случае, можно поставить еще одни нужные. Главное уничтожить как можно больше всякого. Такова воля тени. Говна. Что больше здесь вроде бы ничего интересного нет. А, что у нас вот в этом здании, я, к сожалению, сейчас не посмотрю. Давайте отправим туда некроманта, просто поглядим, что в здании. Интересно. Полегче. Здесь все сейчас построится. Отлично. Постройка завершена. Там сейчас все построены. Постройка завершена. Мы опять постройка же завершена. Выделяем Артаса. Так, постройка завершена. Все круто. Мертвые ждут. Все, да? Здесь зачистили, ребята. Такова отлично. Воля тени. Шикарно. Да хранит меня тьма. Наверх еще можно попробовать посмотреть, что здесь. Ничего. Такова воля тени. Понял, принял. И я так и не посмотрел, правда, что тьма. Такова находится воля там, тени. Ну ладно. Подходим сюда поближе. Никто не смеет мне приказывать. Жду приказаний. Ну что еще? Фростморн жаждет крови. Даже здесь хватит войск? Чего? А, вот так вот. Во славу плети! Вот так-то лучше. О, пошли опять же боком. Вы же можете пройти здесь. Я, наверное, не понимаю логики действия искусственного интеллекта, но что поделать. Так, а вы тем временем присоединитесь вот к этой замечательной армии. Какова воля тени. И, наверное, ты в том числе. Во имя короля мертвых. Встретитесь где-нибудь вот здесь. Да хранит меня тьма. Интересно. Да хранит меня тьма. Оба. Мертвые служат. Ну, по сути, не зря сюда зашел. Приказаний. Такова воля тени. Так, нет, стопэ. Стопэ. Уничтожайте, пожалуйста, вот здесь все. Мертвые служат тебе. Здесь из-за ближайших деревьев, к сожалению, ни хрена не видно. Вырублено ли там все или нет? Никто не смеет мне приказывать. Ну, там, к счастью, все вырубили. Отлично. Мертвые ждут. Давайте пройдем сюда. Ну что здесь вообще есть? Да хранит меня тьма. Такова воля тени. Интересно. С кем да мы здесь можем встретиться? Тьма. А, мы здесь ни с кем не можем встретиться. Во имя короля мертвых. Это была прорубка сюда. Оки-доки. Понял, принял. Ну, ближайшее тогда место вот здесь. Нам сюда надо ехать и вот эту башню как-то атаковать. Говори, глупец. Все, тогда объединяем наши отряды. Такова воля тени. Интересно. Здесь мы больше тоже никуда не выйдем. На нас напали. Если на нас напали, конечно, куда же без этого. Нас выманили под башню. Что является большим минусом. Ну, что поделать. Говори, глупец. Все так мы будем сражаться чуть получше. Плюс-минус мы даже не под башней, так что... Наконец-то! Не успел его отхилить, к сожалению. Полегче. Главное бить ключевую фигуру. Во славу плети. С остальными уже... все менее интересно.
Наконец-то! Мертвые ждут. Во имя короля мертвых. Никто не смеет. Давайте попробуем. Ковать башенку нам все равно нужно. Уменьшить наше количество. Ну что еще? Юнитов. Воля тени. Интересно. Говори, глупец. Поэтому пока что все. Никто окей. Не смеет мне приказывать. Мертвые ждут. Говори, глупец. Фростморн жаждет крови. Какова воля тени? Полегче. Так. Поблизости нет трупов. Давайте жрите. Жду приказаний. Опять же, вы говорите, нет трупов. Давайте жрите. Мертвые жду, жду приказаний. Говори, глупец. В принципе, блядь. Я не думаю, что есть проблемы с этим. Какова воля тени? Никто не смеет мне приказывать. Вот мои добровисты эльфийских врат. Смелее в бой! Никакой пощады! Говори, глупец. Ну что еще? Мертвые ждут. Фростморн жаждет крови. Какова воля тени? Вот так-то лучше. В срочном порядке нужно. Никто не смеет мне приказывать. Мы напали. Фростморн жаждет крови. Жду приказаний. Полегче. Оп, башенка, я понял. Ну что еще? Нужно с ней разобраться. Наконец-то. Отходим немножко. Мертвые ждут. Отходим, никто отходим. Не смеет мне приказывать. Оп. Говори, глупец. Не всех, конечно, но... Башня разрушена. Какова воля тени? Не дадим хилам возродиться. Никто не смеет мне приказывать. Что здесь в основном хилы? Жду приказаний. Во имя короля мертвых. Здесь возрождаются ну, что герои. Мне служат тебе. Как мы помним. Здесь еще одна башенка. Непонятно, почему люди им помогают, но... Ладно. Говори, глупец. Отходим под вот это здание. На нас напали. Эльфийские врата. Окей. Мы выполнили. Эльме Эмбартене. Отходим ко вторым вратам. Отступаем. Эльфийские врата пали. Вперед, мои воины! Вперед, к победе! Ну что ж, вот такое вот прохождение было. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертирка. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока.